All right, I'm here with Expedition 28 International Space Station Commander Andrei Borisenko in Kupola Corner here. So, добро пожаловать в Kupola Corner. So, I'm going to ask Andrei some questions, just like I asked Sasha. We've got our mystery translator, Sergei Volkov, hiding off stage. He'll translate those. But we'll just start out. Я хочу задать тебе важный вопрос. 50 лет назад Юрий Гагарин произвел первый запуск в космос с человеком на борту. И он сказал, у нас есть очень прекрасный, очень красивый Земли. И я хочу знать, как ты думаешь, что чувствуешь, когда видишь Земли через иллюминатор. Mm-hmm. Okay, thank you all for your question. Когда я смотрю через иллюминатор на нашу Землю, я чувствую себя счастливым человеком. I feel happy that I'm really lucky. Счастливым от того, что судьба позволила мне посмотреть на нашу очень красивую Землю, очень красивую планету. I feel lucky because the fate allowed me to look at our beautiful planet. С этой большой высоты и увидеть, насколько она красивая, насколько она чистая, насколько она уютная. Look at our Earth from this altitude and see how beautiful it is, how clean it is. И еще я чувствую гордость за нашу земную цивилизацию. And I feel proud for our civilization. За тех инженеров, ученых, рабочих, которые смогли создать эту технику. Who were able to build such a complicated structure. Которая позволяет нам попасть в этот фантастический мир. That allow us to live in this fantastic world. Спасибо. Следующий вопрос, может быть, чуть-чуть труднее, я думаю, как ты думаешь, как мы можем вдохновить людей, сделать жизнь лучше на Земле? Я думаю, что это очень просто, I think it's very easy. Но на сегодняшний момент очень дорого. But for this particular moment it's very expensive. Чем больше людей сможет посмотреть своими глазами на нашу планету с орбиты, the more people can observe our planet from the orbit, тем больше людей на нашей Земле поймут, что мы должны сделать все, что можем, чтобы сохранить нашу планету хотя бы вот в таком виде, в котором мы есть. More people will understand the how beautiful the planet is and that we need to save it. So and I'll just say in English that what I asked was how can we use this view to inspire people to make a difference and to make life better on the planet. So большое спасибо. Это очень прекрасно. All right, so that's it for Kupola Corner and Andrei and I and Sasha will be going home in через как долго? Я забыл. Nine days. 9 days. We're going back to our beautiful planet. So we're looking forward to that. Большое спасибо, мой друг.